Brothers. Open up your head, feel the shell shock. This is dangerous. I walk through my fields and watch your head rock. Парни, это снова мы, это Летний Троцикл, я Сергей Беляев, и у нас очень много в этот раз готовых мотоциклов. Это прям вот раз, два, три, четыре, пять, шесть мотоциклов. Вот. Все они поедут в разные места, ну два в одно, а остальные все в разные места. Так у нас получилось, что вот мы вот создаем вот такую партию мотоциклов. Ну и сами вы можете понять, что, в общем, при таких объемах, ну, где-то, в общем-то, понемножку мы можем качать. Поэтому не судите строго за все эти наши вещи. Бывает, где-то мы что-то забываем, где-то некогда, где-то мы не знаем, и поэтому можно сказать это тихо, ребята, вы там чуть-чуть накосячили. Но представляю вам по порядку. Крайний у нас красный мотоцикл, это Урал Геркулес. Это мотоцикл уже делался на исходе нашего Советского Союза, поэтому, конечно, качеством он не блещет. Следующий мотоцикл это Панония Т5. Шикарнейший мотоцикл, обалденный. Ну вот, это у нас старичок ИЖ-49. С коляской. Это у нас НСУ 601 ТС. Завтра мы его грузим и везет в Москву. Следующий мотоцикл это ИШ-ЮК. Ну, это что-то типа ИШ-58, да, ну фактически ИШ-58 не было. Ну вот, назывался он ИШ-ЮК. Ну и крайний в ряду это мотоцикл Ровер 1915 года. Ну, расскажу я вам сейчас по порядку на каждом мотоцикле понемножку. Потом, конечно, будут обзоры полностью на Панонию, на ИШ, на НСУ, на 58-й, на Ровер и на Урал. В общем, все будет потом по порядочку рассказано. Сейчас я маленькие такие вот рассказурки расскажу. Мотоцикл Урал Геркулес. Ну, грубо говоря, мощный муравей. Значит, половина здесь от автомобиля, половина тут от мотоцикла. Колеса «Москвич», мост «Москвич», фонари тоже какой-то газон или что-то такое. Вот, поэтому, когда он к нам пришел, я, конечно, ужаснулся от его качества. Вот, потому что, например, переднее крыло, оно было просто срощено. Вот тут два ураловских крыла, не шпаклевано, ничего, так просто срастили, покрасили, ну и все. Соответственно, ни одна из резьб тут не была закручена по резьбе. В общем, жуткого качества, конечно, мотоциклы тогда уже были. Вот. Он с документами, все, поедет у нас в Татарстан.
кузов, ну, он пришел, конечно, в страшном состоянии, потому что на нем, естественно, конечно, мотоцикл рабочий, на нем возили много всякого, в общем-то, барахла, поэтому кузов был в мясо вообще весь помят, вот, и там были, конечно, вот эти выштамповки. Нам такие выштамповки не сделать, поэтому мы вот на лазере тут нарезали такие штуки и сделали а-ля выштамповка. Полностью вообще переделался весь кузов, вообще весь, все, то есть тут все, все эти уголки убирались, все, все снималось, все, вот, вообще разбиралось все. Ну и, соответственно, потом мы покрасили раму базой под лак и все остальное, кузов, и вот бак, крыло, задние грязевые щитки, все это было уже под лаком, и все красиво вот у нас получилось. Он ездит на великолепном ходу, и тут есть понижающая передача, так что он прет как трактор. Следующий мотоцикл у нас Аноним Т5. Шикарный мотоцикл, то есть это вот, я не знаю, это вот обалденный, просто вот сейчас таких даже не делают, то есть этот мотоцикл всегда заводится, нифига не греется, нифига не ломается, понимаете, ну вот, и вот он такой и был, имел не очень большую популярность в Советском Союзе, то есть Ява, конечно, была это верх, все, предел мечтаний, Панони ценилось меньше, но шикарный абсолютно мотоцикл. Сделали мы его много таких Т5-ых, очень много Т1-ых, и ТЛ-ых делали мы. Ну, вот этот, в общем-то, не хуже, не лучше всех. То есть, опять же, он весь разобранный, весь пескоструйный, двигатель полностью перебранный, проточены цилиндры, поменены все диски сцепления. Глушители, кстати, вот глушители мы сохранили. Глушители — это не новодел польский, это настоящие глушители, мы их очень долго делали. Вот такая. Ну, понятно, что обзор на него поподробнее будет. Это так у нас общий такой. Следующий в очереди у нас ИЖ-49А. Ну, пришел нам без коляски. Коляска отдельно. Мы ее не делали. Сразу скажу, что вот будут сейчас какашки лететь по поводу сидений, по поводу отсутствия замка. Вот сказали, не делай. Вот как есть, только прицепи. Ну, сам ИЖак, в общем-то, достаточно комплектным прям пришел. Ну, мы его достаточно долго делали. Правда, не знаю почему. То одного нет, то другого нет, то еще что-то. Ну вот. Там патроны не той системы завезли. Долго. Ну вот, свершилось чудо. Я не знаю, насколько поперло, сколько много. Ну и ежак мы вот в ту же очередь мы и сделали. То есть тоже шикарный мотоцикл. На ходу, на полном. Все, можно ездить далеко. Их очень было много сделано, в общем-то, в Советском Союзе. Как я уже рассказывал, в общем-то, это все прародительный, все немецкий мотопром. Ну, вот, что получилось, то получилось. Ну, а здесь, ребята, самый жир. Это НСУ-601ТС. Ну, фирма НСУ начинала вообще с вязальных машин в 19 веке. Потом они начали выпускать велосипеды, потом мотоциклы, и была, в общем-то, одна из крупнейших производителей мотоциклов. Потом их уже в 20 веке выкупил сначала этот самый Volkswagen, потом, ну, она, в общем-то, НСУ входит в концерн, вот сейчас уже в концерн Audi. Ну, вот их там перепокупали после войны, там непонятно, что там Европа вся была нищая, и там они какие-то маленькие автомобильчики делали, маленькие мотоциклики, но вот это вот самый жирный из семейства НСУ. Мы делали их уже, по-моему, таких вот сделали мы 2 или 3, я уже точно не помню, 2, по-моему, 101 мы делали. Вот, но этот очень красивый, заказчик, конечно, нам помог, подогнал вот шикарный руль, то есть это, честно говоря, не наша работа, это работа германских мастеров, поэтому тут, в общем-то, я снимаю шляпу. Вот. Ну, вот он, мы сегодня его погрузим и поедем с Максимом в Сталинград, Москва, чтобы все это дело вручить заказчику. Ну, вот очередной цикл, это ИЖ-UK. Ну, я честно вам скажу, что я не фанат всех этих вот... Да болточка, да винтичка, там вот, тут не такое, там не такое. Ну вот у меня заказчик именно такой, ну тут он поворчал, побухтел что-то насчет чего-то там, но в основном все так. То есть он прислал нам его в коробках, этот ижак. Был он весь разобранный, весь, ну как-то вот
ну вот так вот его свояли, и что-то вышло. Понятно, он там, он с электронным зажиганием, вот, поэтому у него крышка немножко другая. Вот, ну и тут долго мы мучились с этим баком, два раза, по-моему, перехромировали. Но получился, в общем, ну, глушитель от него, от именно от ИЖ-58. Ну, это, понятно, не наше производство, это наш друг Ёбжик делал. Давно мы его, у него его прикупили, эти глушики. Ну, ну, качество, да, есть качество. В общем-то, мне нравится хорошее качество. Ну, и завершает наш обзор, в общем-то, один из старейших мотоциклов, которые делались в нашей мастерской, это Rover. Значит, объем у него 500 кубов, 1915 год. Долго он у нас стоял, но вот тут наш Антон снизошел и решил все-таки его добить. Тут, в принципе, фактически все новодельное, кроме бака, двигателя и куска рамы. Все новодельное, все мы делали по чертежам, по рисуночкам, по фотографиям. Их очень мало, естественно, конечно. Крылья тоже сами выкатывали. А еще, стоп, еще вот кусок багажника у нас был, багажник еще один. Глушитель сами делали, ну, в общем, все, и вот заднюю ступицу со сцеплениями, там, все это наше вот производное, вот эти вот тоже монеточки делал, тоже, в общем, очень похоже, по чертежам получилось вот такое. Ну, вот-вот, смотрите, какой у нас, в общем-то, вот такая вот у нас обалденная грядка мотоциклов, вот такая вот. Сейчас как оно все уедет, и как у нас будет свободно в мастерской, вы не представляете. У нас еще столько проектов нам навалили, что вот сейчас только вот это вот сейчас уедет, и все заново новое станет на стапеля, на сборку. Так что подписывайтесь на наш канал, смотрите нас в Телеграме, смотрите нас в Инстаграме. Мы везде, во всех пабликах мы есть. Везде мы присутствуем, так что подписывайтесь, смотрите, ставьте лайки, ставьте дизлайки, комментируйте, ругайте нас. Господи, да даже похвала, конечно, и собаке приятно, но если вы нас ругаете, значит, мы есть, мы существуем, и нас кто-то смотрит. Потому что я всегда говорил, кто ничего не делает, того не ругает, а кто-то что-то делает, всегда всех ругает. Всем чего-то в жизни не хватает, поругаться, еще что-то. Давайте, наливайте, подписывайтесь на наши каналы, и всем бай!